Доброго времени суток, меня зовут Гармин Никита, я продюсер с телевизионным опытом более 15 лет в медиасфере. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить шоу Golden Time за прекрасную возможность принять в нем участие, потому что, по-честному, я никогда не был за той стороной камеры, а сейчас я, собственно, имею эту возможность и могу, как и все, рассмотреть кандидатов, посмотреть их выступления и иметь, наверное, возможность их качественно оценить. Прежде всего, опять же, хочу отметить, что в этом сезоне было достаточно большое количество участников, которые вызвали у меня достаточно большие эмоции. И это потрясающе, что у нас есть такая возможность. Опять же, в очередной раз хочу поблагодарить организаторов Golden Time за эту возможность и как для участников, и также как для нас, как для жюри, которые могут принимать в этом участие. От себя хочу добавить, что так как я не могу, к сожалению, выбрать всех и отметить кого-то больше, а кого-то меньше, я, наверное, выделю вот самых основных, которые для меня и, на мой взгляд, мне показались больше всего интересными исключительно для меня. И это будет Елена Золотухина, Ада Назарчук, Тарани Мария. Также хочу отметить касательно классической хореографии, безумно я обожаю балет, и мне безумно понравилась Анита Золотухина с прекрасным выступлением. Я желаю ей победы, желаю, чтобы у нее все развивалось в ее карьере успешно и все складывалось хорошо. Наверное, на этом все. Спасибо вам огромное и удачи всем, победы!